have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сейчас с вами попробуем сходить на этого босса. Посмотрим, как оно будет. Сейчас я вообще вспомню, что я умею делать. Я умею вот так, умею вот так, умею вот так, но я при этом перегреваюсь. У меня есть 23 детальки, скорее всего, хватит на 2 починки, если что. Я не помню, что тут. Я помню, что-то жесткое. Я пришел, и прям жестенько было, а... Анвара сейчас будет. Ну теперь с телепортацией, ну это, конечно, уже все. Оп. Оп. Неудачник. Нет, ну, он, кстати... Он быстрее начал это все делать. До свидания. Давай, бздынь. А что ты будешь делать, когда у тебя закончится... Ты что, типа... Ай, психанул, чувак. Офигеть. Ай-яй-яй, 2 раза! Так, он... 2 раза. Ага. Воу-воу-воу. Ай! Я не успеваю починиться, прекрати. У меня детали закончились на починку. Ну, красота. Слушай, чувак, а ты сдохнуть там не хочешь, например? Мне надо что-то с ним сделать? А, серьезно? Вот так? Погоди, а что случилось? Я потерялся в темноте. В полнейшей пустоте в темноте, да. Как будто мои основные программы были закрыты. И меня контролировало что-то другое. На, держи. Мне нужно искать остальных. Что, держи? Что я получил? Электрон, ачивку я получил. А че это было? И это какой-то чип? Или Дейл? Так, зеленые. Automodifier, экстрактор. Знаете что? Поехали, во-первых, починимся. В этот раз автопочинка не очень, кстати, зашла. Я, наверное, переключу сейчас. У меня есть Map Sweeper и автопочинка. Я пока что переключу на экстрактор, чтобы получать больше монет. Даже со всеми моими умениями. Ну, то есть, да, первая стадия была не особо какая-то. Что я получил? Интересно. В инвентаре. Кстати, где у нас там был молниевый ключ? А, вот это? Нет, погоди, то у меня было, это в ядре установлено.
Space Disruptor, Jump Booster. Мне до сих пор не хватает какого-то одного у меня. Ладно. Секунду, где у нас был электрический ключ? Мне кажется, где-то... нет, это была... Вот здесь вот зона была, да? Нет. А, да! Да-да-да-да-да, вон там была пропрыжка. Я относительно недалеко. Пойдемте туда сейчас. Жалко, метки нельзя ставить. А мне потом... Я могу тут пройти, там пройти. Десять получил. Ну, будем смотреть. Я пока что... Блин, тут такое место не особо приветливое. А мне дальше. Блин, больно. Я что-то от него получил. Ой, ёлки. Я что-то от него получил, но... Я пока что не сообразил, что. Куда нам... Нам выше, но не так уж и далеко осталось. Ой, не то. Я кнопку перепутал. А я туда уезжал уже в бок. Ну-ка. Там вроде ничего такого. Агролампочки. Помню вас, ребят. Тут их много. Я, пожалуй, не буду сильно задерживаться. Пардон, тут еще один проход есть. Это с этим я ничего не сделаю. С этим я... Да, туда, видите, про... А с другой стороны туда тоже можно, кстати, попасть. Что интересно. Это у нас... А, это я понял, это где я первый раз встретил торговку. Я понимаю, что с вас фармить можно, но, чуваки, мне просто пройти, серьезно. Понимаете, мне просто спросить. Да, сюда. Сюда. У меня просто такое ощущение, что это именно... Ай, больно же. Ты издеваешься. Такое ощущение, что это именно тот ключ, который нам нужен. Да, почти пришли. Ну идите, идите сюда. Меня покоцали, я как раз сейчас на вас заработаю немножечко. Давайте, и большие, и маленькие, все подходите. Деньги, идите ко мне. Ну, я не знаю, по-моему, все-таки этот экстрактор работает. Мне кажется, я больше монет стал получать. Ну что, я парочку мобов убил и получил почти сотню? Вот, сюда вот надо. Ну-ка. А, да. Извините. Тут NPC? О, привет, молодой. Как сюда попал? Странно. Я думал, я закрыл дверь. В основном для того, чтобы убраться от всего того безумия, что там творится. Ну ладно, раз ты здесь...
Мне бы понадобилось несколько запчастей. Можно ли заинтересовать тебя покупкой некоторых чипов, которые я сделал? Shock projectile. Bombing emits a ball of electricity dealing damage to enemies in front of... это интересно. Self-detonation. Автоматически детонирует, когда получаешь урон. И shockwave. Bombing emits... Это все, все связано с бомбами, да? Интересные чипы, я бы их купил. Мне вот вообще не проблема. Так. Раз мы здесь, давайте вон, наверное, туда еще сходим. И потом таким образом потихонечку пройдемся, закруглимся. Знаете что? Подойдем к нужному месту, я включусь. Так, ладно, ребят. Первое местечко это вот тут вот наверх. Я хочу посмотреть, что происходит. Ау. Да, можем. В одну сторону только можем. Сейчас надо будет в другую сторону тоже глянуть. Хорошо, поехали. Это проход в какую-то другую зону, погодите. Нет, я сюда не пойду. Мы открыли это место, оно у нас обозначилось. Поехали дальше. Ай. Фишка в том, что я сейчас скорее хочу позакрывать все хвосты, чем идти в новые зоны. У меня там вот эта зона внизу еще сформирована, в которую я еще не ходил. Блин. Чувак, успокойся. Попробуем вон туда еще сейчас заглянуть. Сейчас, ребят, вернемся. Итак, вот это место прямо под нами, которое... Вот сюда я раньше не мог попасть. Где мы вообще? Оу! Какой-то мусороприемник. Ну-ка. А, люди были созданиями полными надежды. Эти маленькие огоньки держали их рядом. Ну, держали их возле своих, возле своей мечты, возле своей надежды. Каждый человек уникален, потому что у него есть свой индивидуальный носитель памяти. Жаль, что огонь больше не горит. И что? Мне как-то... очень интересное место. Так, нам теперь сюда вниз. Я тут уже, наверное, не буду переключаться, мы довольно близко. Сейчас смотаемся туда. А, вот почему мне этот кусок был закрыт. Кстати, урон то мне так и не добавилось. Самое интересное. Я прокачал дофига всего, а урон не добавилось. А, вот почему... Серьезно? Вот почему я не могу сюда проникнуть. Но это тогда немножечко нечестно, что мне не дали... никакого обозначения, что я не могу пройти с этой стороны. То есть, получается, могу пройти только с той стороны и открыть это здесь. Но это же до черта оббегать. Хорошо, тогда сделаем по-другому. Я сейчас пойду... сохранюсь и пойдем с вами попробуем все-таки пощупаем огненную зону. У меня есть некое... Так, денежку я положу. У меня есть некое ощущение того, что... вот кулант, который у меня набирается... Сейчас я вам попробую показать. Вот, видите, желтая жидкость? Я уже дважды подбирал кулант. Мне кажется, что если я третий раз его подберу, то это даст мне... Ай, блин, больно. Да хорош. Это даст мне возможность не перегреваться вообще. Ну, я имею в виду в огненной зоне.
Я забыл уже про эти колеса нафиг. Давайте я тут сохранюсь. И попробуем все-таки... Нет. Вот что я сделаю. Так. Вот так. Все-таки этот чип на авторепер поставлю. Потому что мы сейчас идем в огненную зону, где я буду перегреваться и не смогу сам чиниться. Поэтому авторепер мне сейчас понадобится как никогда, наверное. Все еще ощущение, что я не готов к этой зоне. Я не смогу телепортироваться там. Если я выйду, оно зареспавнится? Нет, оно не зареспавнилось. Хорошо. Хорошо, хоть эти ребята медленные. Куда я там не могу пройти, я не понял. Почему мне это место отображается как что-то, куда я не могу пройти? Погодите. Вон сверху денежка, вижу. Ага. Чип, кстати. Гироакселератор. Что мне дает? Позволяет с большей скоростью передвигаться в режиме Соника. Ах ты ж тварь! Я подожду, пока я починюсь. Вылетело оно мне тут. Я чиниться не могу, да? Ай, да больно же! Офигеть, сколько я тут жизни слил. Просто офигеть. Вот зашел на обычном паркуре. Отвали от меня. Отвали! Ага, и деньги я уже не достану. Пол хпшки осталось. А может быть мне не стоит, кстати. Может не стоило сейчас эти деньги собирать-то. Есть вверх, есть вниз. Давайте попробуем вверх. Вон глушилка. Вон глушилка. Ай! Черт! А извините, как? Ну, более-менее понял. Сейчас, минутку. Да хорош! Я телепортироваться не могу тут, да-да-да. Я сейчас починюсь, чтобы у меня хотя бы два хита было. Если я разобью эту глушилку... Фух. Повезло, что оно оказалось именно с этой стороны. Это мне пройти сейчас вон там, и там я могу починиться. Но фишка-то вот в чем. Ох ты. Ага, если я доберусь до верха.
Если я доберусь до верха, я смогу починиться, и там будет еще один выход. Смешно. Вот это что за... Я понял. Это не прямо оттуда надо было идти, это... До починки, кстати, не так далеко. Я бы пошел, сохранился после этого. И заодно восстановиться можно. А еще и деньги можно сбросить. Чего бы нет-то. Да. К тому дядьке можно будет пойти, когда мы наберем достаточное количество денег. Ну, то есть, у него каждый чип, по-моему, по десятке стоит. Ой, по десятке, по 400. У меня просто десятка сейчас. По 400, получается, 1200 мне надо, если он не найдет каких-то других чипов. Так, у нас... Ну, инсинератор не такой уж и большой оказался. Эта зона выглядела больше. Там раз, два... Ну, хотя вот тут еще может быть что-то. Два прохода у нас осталось живых, куда мы можем пойти. Вниз. Нет, не вниз, сюда. Все правильно. Ну, пока недалеко, давайте сюда сходим. Если тут... тут сразу по чилу. Это то самое место, которое мне, типа, надо пролететь? На это я тоже стать не могу, если что. Окей, сюда я пока что не могу, потому что у меня нет вот этого длинного пропрыга, пролета, чего бы оно ни было. В самый низ и потом вон туда. Мне не хватит на одну починку. Хватило. Уж я не знаю, оно делается автоматически или нет. Туда наверх я пропрыгивал. Вот еще для чего может скоростная вот эта фигня пригодиться. Чтобы побыстрее проезжать трудные моменты. Да? Ну, в принципе, да. Страшно. Очень страшно. Минус один. Так, детальки. Вон что мне надо. А его можно открыть снизу. Хорошо, поехали, попробуем. Ай, черт, я ж... Я же не могу телепортироваться, я уже такой тынь-тынь, а оно нифига. Нифига денег я с этого, конечно, не получу, вон копеечки какие-то. Но, в принципе, ладно. Нам вниз. Фух, отделались одним уроном. Сюда пойдем. Вот так? Тут у нас пропрыг. А тут что? Uh,
мы откатили себя до наших прежних верований и перепрограммировали наши ядра на понимание. Мы теперь отвечаем только пламени. Очень. Причем это место, оно даже не отображается на карте. Я не понимаю, что они говорят. Прыгнул и сгорел. Из огня идет наша сила. Пока горит огонь, наши системы останутся в онлайне. Они все сошли с ума и пожертвовали себя ложному идолу. Они верят, что вирус произошел из-за того, что их идол отсоединился. И единственный путь, чтобы починить, это пожертвовать всей группой. Абсолютное сумасшествие. Сумасшедшие машины. Сумасшедшие программы. Так. Сейвовая зона. Я пожалею об этом, но ладно. Я не люблю в таких местах сохраняться. Если там сейчас босс, я к нему не пойду. Уйди! Я просто пошел посмотреть, что здесь. Я не знал, что здесь бонус. Это мне теперь опять пропрыгивать придется. Нет! Ладно, я починюсь. Так, можно пойти туда, можно пойти сюда. Я бы, наверное, сначала... Отвали от меня. Горящие недоделки. А, тут какой-то... А... Тут какие-то чокнутые пропрыги вообще. Да, туда я долететь сейчас никак не смогу. Не босс же? Нет, не босс. Тут я уже был везде. Мне сюда не надо. Пойду... Ой, блин, оно все заспавнилось. Не то, чтобы их там прям много было, но... Все равно неприятно. Да! Дата знаний. Только жертвоприношение, поглощающее пламенем, почищает их эти механические тела. Пусть их программы вечно сияют ярко. Вон там, внизу, там что-то есть, но оно мне не пометилось секретом, потому что игра мне говорит: «Эй, чувак, ты можешь туда попасть». Но я не могу!
Видите? Мне нужно... Так. А как мне запомнить это место? Хорошо. Давайте запомним, что в Инсиниаторе у нас осталось местечко, куда нам нужно бы еще сходить. Ладно, тогда на этом будем заканчивать. Что получается? Инсиниатор мы полностью прошли. Вообще, с этой частью мы полностью закончили. У нас... Вот тут есть место, куда я не могу никак пробраться, потому что мне опять же нужен длинный прыжок. В Инсиниаторе... Вот тут сверху у нас есть место, где мне нужен длинный прыжок или проскок, или что бы там ни было. В... Тут я все сделал. Вроде как. Мне кажется, да. Тут мы вот... Тоже выглядит так, как будто все. Здесь у нас... Ничего не осталось. У нас остался проход красный вверх здесь. У нас остался желтый проход здесь, причем вот этот красный, вон тот желтый, не факт, что пересекается. У нас есть вот тут вот два прохода в красной зоне, и она выглядит как будто отрезанной, что ли. Я бы, честно говоря, сходил бы туда. Где у нас вокзал? Можно будет с красного вокзала туда ломануться. Вот этот секрет возле центрального волта, я до сих пор тоже не знаю, как туда попасть. Получается все. Мне кажется, что нижняя часть зачищена. Нам осталась вот эта территория и вот эта территория. Все, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.